Снеговую закатают в асфальт. Участок длиной в 3,5 километра будет отремонтирован на деньги Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Эта дорога не видела серьезного ремонта долгие годы, и многочисленные жалобы горожан тому подтверждение. Да, Снеговая – это один из важных у нас артерий города Владивостока, и она именно соединяет у нас Патрокол и, естественно, соединяет у нас наш центр города Владивостока. И здесь подряд компании должен закончиться по расстоянию около 3,5 километров. Это у нас где Тавму, наше училище, высшее военно-командное училище. Ливневку наполовину сделано, это около 2 километров, чуть меньше они сделали. Но опасения, вчера они плохо работали, потому что у них, говорят, они как проблемы с заводом. Но это опять еще раз, это не говорит о том, что контракт будет сдвинут из-за того, что завод не работает. Это ответственность, прежде всего, подрядчика. Еще одна дорога, давно нуждавшаяся в ремонте, улица Стрелковая, соединяющая Воропаева и Ватутина. Дорогу на время перекрыли, чтобы дорожные работы не мешали движению транспорта. Систему ливневой канализации здесь уже прочистили и почти полностью отремонтировали. Покрытие верхнего слоя, протяженность участка 4,5 тысячи квадратных метров. Работают 12 человек, плюс в районе 20 единиц техники. Планируем сегодня закончить этот участок. Участок проспекта Столетия Владивостока в районе остановки Постышева также в перечне осенних работ на средства Минвостокразвития. Ремонт здесь специально проводят ночью, чтобы трасса могла функционировать днем. Впрочем, и вечером здесь немало машин, поэтому подрядчики пообещали поторопиться. Здесь уже идет ШМА, слой тот, который верхний, второй слой, где мы видим, даже позаботились о том, чтобы был переезд ровный. Мы только что подъехали, где видно качественный подход к рельсам. Здесь уже до Столетия сделана уже дорога полностью в том слое, которым она должна быть и использоваться. Сейчас будет рядом второй слой. Эта дорога будет идти до путепровода. Да, Некрасовский путепровод, где у нас эта дорога будет с двух сторон отремонтирована и будет примыкать как раз дороге, та, которая отремонтирована была раньше и находится в хорошем состоянии. Аварийно-восстановительный ремонт на односторонней дороге ведут и по Партизанскому проспекту. На участке от Некрасовской развязки до Дворца культуры железнодорожников работают 6 единиц спецтехники. Все дорожные работы должны быть завершены до наступления холодов. За качеством ремонта обещают пристально следить специалисты администрации Владивостока. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.